Соцконтракт значительно помогает улучшить материальное положение. В этом убедились тысячи семей, проживающих в области. Так, с 2014 года договоры заключены на общую сумму 140 миллионов рублей, а получателями помощи стали более 16 тысяч человек. Положительный опыт Ульяновской области был даже отмечен президентом Владимиром Путиным. Семья Дятловых из Новоульяновска заключили соцконтракт в этом году. Александр и Екатерина Дятлова занимаются разведением индюшек вот уже 10 лет. Соцконтракт на сумму 93 тысячи рублей взяли на расширение хозяйства. Дом у нас куплен недавно, сарайчики маленькие, поэтому хотелось маленько расшириться. Вот за счет этих средств построили сарай, купили побольше индюков. Дятловы пробовали разводить разную птицу – и гусей, и уток, и индоуток. Но индюшки им пришлись по душе больше всего. В большом доме растут трое детей. В хозяйстве помогают все. Даже самая младшая, трехлетняя Даша, не боится заходить в вольер и кормить индюков. Выгодное производство, потому что мясо диетическое подходит для и беременных, и для пожилых людей очень хорошо усваивается, очень витаминное мясо такое. Екатерина Дятлова говорит, что с получением соцконтракта трудностей не было. Оформить документы помогала соцзащита. Труднее выращивать индюков. Они требуют большого ухода. Кормят их разнообразной пищей, а температура должна быть не выше 20 градусов. Но зато какое вкусное мясо. Своей продукцией многодетная семья подкармливает родственников и знакомых. В 2019 году в муниципальном образовании было заключено 15 социальных контрактов. С начала года 2020 заключено 6 социальных контрактов. Наиболее востребованным направлением является развитие личного подсобного хозяйства. Ну и немножко у нас еще стали больше заключаться контракты на развитие предпринимательской деятельности. Всего же с начала года в области заключено 300 соцконтрактов. На следующий год жителям региона планируется выделить почти 413 миллионов рублей на эти нужды. А у семьи Дятловых есть свои большие планы на будущий год. Они хотят заниматься разведением поросят, в дополнение к индюкам. Благо, соцконтракт и в этом может помочь. Егор Титов, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.